Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Аватар. Так, посмотрим, как... Ой, что такое? Это я второй аккаунт создавал, просто проверял кое-что настройки. Ой, а я... Короче, я не понял, какой я аккаунт загрузил. Я переключился на первый аккаунт, на нормальный или нет? Нет, я не переключился, ясно. Не тот аккаунт я загрузил, короче. Или тот. Вот в чем вопрос. Не, там где часы, наверное, вот этот надо было загружать. Так. Ну, то есть я знаю то, что его надо загружать. Так, далее. Так, я... Вот давайте вот этот вот загрузим. Посмотрим, откуда его начнем. Я не тот аккаунт вроде загрузил. Второй, который я просто для проверки создал. А, так вот оно что, подождите. Подождите, подождите. Короче, все верно, я нахожусь в нужном месте, но дело в том, что я, короче... Меня телепортнуло сразу же сюда почему-то. А на чем я прошлый раз остановился? Где тот мужик, с которым я прошлый раз разговаривал? Мы возвращались назад. Так, подождите. А где я завершил эту серию в прошлый раз? Я недалеко от какого-то мужика, типа главного у них. А, здесь, здесь, понял. Подождите, это где-то вот здесь вот расположено. Вроде я бегу в правильном направлении. Нет, не в правильном направлении. Стоп. Короче, я даже не знаю, как сюда теперь добраться, потому что вот так вот и получилось. Почему-то меня телепортнуло сюда. Так, ладно, нам нужно поговорить вот так с ним, с этим пилотом. Я так думаю, меня не заставят летать на вертолете, а то я плохо летаю на вертолетах. Куда отправимся? Ух ты, прям как... Ну, чем-то напоминает путешествие Mass Effect. Просто там нельзя было вот так вот вертеть. Адские врата. Голубая лагуна. А, адские врата, подождите. Адские врата — это где мы сейчас находимся. Ну, летим в голубую лагуну. Одно активное задание. 0% выполнено. Поехали. В этом районе, блин, может быть какие-то там, типа... Ну ладно, я не знаю, я энциклопедию полностью не хочу все собирать. Пока что. Может быть, в будущем как-нибудь просто побегаю. Ну, посмотрим, как она собирается. Добро пожаловать в парк, сэр. Парк? Да, в голубую лагуну. Мы огородили забором большой кусок пандорской природы. Если желаете осмотреть планету, это самое лучшее место. Как мы будем осматривать планету из-за забора? Слушайте, за забор заходить даже не думайте, ладно? Тут, говорят, одному парню руку оттяпало растение. Растение, блин! Вы серьезно? Еще как. Офицер Мидори ждет вас у главного входа. Так, о, меня переодели. Новость, статья. Голубая лагуна. А, аудиодневник. Вот аудиодневники можно послушать. Так, оружие. Какое у меня оружие есть? Винтовка. Стандартного образца. Винтовка Терра 1. Так, дробовик. Дробовик Пхаланкс. Пхаланкс 1. Тоже стандартного образца, я так думаю, да? Ой, стоп, подождите. Тормовая винтовка. Стандартного образца. Штурмовая винтовка ТР-1, винтовка ТР-1. А это что такое? Не знаю. Так, броня. Броня Вайпер 1. Другой брони у меня пока что нет. Умение. Блин, неужели... Это РПГ, что ли? Слушайте, это реально РПГ? Они тут механики РПГ сюда прикрутили? Да, сколько много новой информации.
Личные файлы. Биографии. Уши рейдер. Это, короче, биография персонажа, за которого я играю. Я так думаю, то, что у каждого персонажа свое имя, и они по-разному будут к ним обращаться. Или у них у всех имя рейдер. В принципе, оно универсальное. Мне кажется. Аудионик. Первый день на Пандоре. Как же мне хреново. Будто сутки не спал, да еще и с похмелья. 5 лет крестна. Что же вы хотели? После прилета у меня была встреча с доктором Грейс Августин. Ей не очень нравится, что в ее программу пригласили солдата, а мне все равно. Я рад, что земля уже в прошлом. Заживем по-новому. Так, ладно. Второй день, а я уже должен искать предателей. Самое то, чтобы завести друзей. Все пытаюсь понять, почему я здесь. У Фалка, командира базы, кажется, есть на меня планы. Неясно, кому тут можно верить. Есть один человек, Кендра Мидори. Вроде, хотя, не знаю. Ну и ладно. Меня назначили в какой-то парк. Официальное название — Голубая Лагуна. Да какая разница. Главное, можно побывать на природе, проверить аватар. Так, тут зачитывают. Это очень хорошо. Зачитывали бы всю информацию, может быть, я даже все бы... Так, обучение. Недоступно. Ну, это хорошо. Так, география. Ё-моё, география, Альфа Центавра. Ну это созвездие, короче. Описание просто созвездие. Альфа Центавра. Так, Голубая Лагуна. Это парк. Который специально создали для тренировки солдат. Новичков причем. Солдат-новичков, которые только недавно прилетели на планету. Я так думаю. Опытные уже тут, наверное, не тренируются. Полифем. Полифем — газовый гигант на Сатурн, только без колец. А мы на него... А, нет, это газовый гигант. На него высадиться вообще невозможно. Мне вот интересно, мы будем только на одной планете проходить задание? Или все-таки мы будем летать на соседние? Как в Mass Effect. В принципе, уже, как я только вот посмотрел, перед тем, как сюда лечить сеть, мне уже это чем-то Mass Effect напомнило. То, что где мы играем. Да там приземлиться. Там, конечно, немножечко по-другому все выглядело, но... Напоминает Mass Effect. Вот я не помню, я не знаю, когда вышла эта игра. Может быть, как раз-таки Mass Effect недавно вышел, он стал популярный, и они стали механики... Ну, то есть другие игры стали у него механики копировать. Так, ладно, будем потихоньку мы всю эту информацию записывать на видео. Потихоньку. Я не буду вот прям всю энциклопедию за раз. Просто вот, например, сейчас мы будем запишем всю географию. Почему бы и нет? Система Альфа Центавра. Кстати, а уже подобная статья была про Альфа Центавра. Может быть, что-то другое написано, но... Я не знаю. Альфа Центавра уже была. Так, сколько у нас тут записей осталось? Прям чуть-чуть. Пандора. Ну, это планета, на которой мы сейчас находимся. В принципе, неплохо было бы почитать, но слишком много информации. Если бы они кратко, блин, написали бы, я бы почитал бы. Слишком много текста. Люблю я читать много текста. Да я озвучивать его с помощью... голосов каких-нибудь там этих программ тоже не очень. Во-первых, есть, которые можно скачать программы, но у них вообще ужасные голоса. Есть онлайн-сервис, но там тоже слишком дорого будет озвучивать, чтобы все весь этот текст озвучить.
Так, я уже чувствую, что мы слишком много читаем информации. Пора завершать. Так, сейчас географию полностью предзасчитаем, и потом все. Хватит на этом пока что. Потом в будущем еще, может быть, зачитаем. Ну, так потихоньку я покажу всю информацию о этой игре. На видео запишу, может быть. Кому-то будет интересно, он почитает. Хотя вряд ли. Не думаю, что кто-то будет останавливать записи читать. Так, отлично. Все, последняя статья на сегодня. Адские врата. Адские врата, описание базы РДА на Пандоре. Ну да, это где мы были, я же сказал. Причем мы туда не могли отправиться, потому что мы уже там находились. Так. Флору, подождите, Флору мы... Мы Флору не читали. Короче, мы фауну пока что... А, ну давайте ее тоже прочитаем, фауну. Как говорится, в хороших играх лор до игрока доносится не через записки, а по мере взаимодействия с игрой. Так, фауна, флору мы не читали, географию мы полностью все прочитали, личные файлы мы все полностью просмотрели, у файла RDA добавились новые, но это потом, вот это мы не читали, надо запомнить. Ну потом, когда новые будут добавляться, мы это все. Фокстрот, 1-1 приближается. Наземным группам приготовиться. Так, стоп. Вот это у нас главный наш этот, как его, инструктор, скорее всего. Но при этом. Ух ты! Слушайте! Ой, я. Блин. Я какое-то задание получил. И даже не посмотрел. Короче, всему прикол, знаете, в чем? Сохранять спокойствие. Начато отключение системы. Все службы возобновят действие через 90 минут. Рывок, блин, дурацкий. Он этот, как сказать, нашив делается. Режим залипания клавиш будет постоянно включаться. Так что часто не... Ты как раз вовремя. Наши войска попали в переделку. Они сообщат о приближающихся змееволках. Змееволки? Тебе понравится. Тебе же прошли лекцию. Отлично. Давай на главные врата и обеспечь огневое прикрытие. А, так, огневая поддержка. Кендра приказывает так взобраться на ограду и защищать воинов при помощи орудия. И меня сразу же телепортнуло, да? Так, куда нам бежать? Давай за тобой? Там и хватай турель. Держи змееволков подальше от войск. Шевелись! Не подпускайте! Пошел. Прикройте меня! А, так это вот тут. А где турель-то? Я не знаю. Вы что-нибудь видите? А как целиться? Вижу, буду стрелять. Целиться нельзя, что ли? Прикрой меня! Сделаем! Спасибо. Нажмите кнопку А, чтобы пополнить боезапас. Они не могли уйти далеко. Найдите их! Смотрите, они там! Убейте их! Так. Прикройте огнем, ну же! С ума сошел, я не пойду! Не забывайте тренировки. Ой, огонь по своим. Все еще здесь. Так, а мне надо залезть наверх. Ясно. Так, моя турель правая. Ясно. Так, не вижу врагов.
Так, вот свои. Вижу своих. Не расслабляйтесь. Так, задание выполнил, но что-то как-то игра стрёмно смотрится. Как-то, ну, стрёмно играется, что-то как-то... Всё звучит как будто слишком наигранно, короче. А где кинографичность? Ой! Обучение умения навык назначено на клавиши 1, 2, 3, чтобы... Я упал! Спасите! Один. Ой-ой-ой. Это глушилка. Это что такое? Невидимка? Проверка так. Безопасности завершена. Доступна загрузка. Так, мне надо боезапас пополнить. Я рад вас видеть. Что-то как это все спонтанно происходит. Я даже что-то как-то понять не могу. А что я вообще здесь делаю? Так, хорошо, с ней надо поговорить. О, смотрите-ка! Машина. На ней можно ездить. Универсальные баги. Это мне Far Cry чем-то напоминает. И еще где-то подобная машина была, но я уже не помню. Может быть, Half-Life 2? Не, не Half-Life 2, это точно. Так, подожди... Так, спринта здесь нет, но есть рывки. Так, давайте посмотрим, что это такое вообще. Для чего это нам нужно. Телепорт. А, покорите территории на Пандоре, чтобы заработать ПО и внутриигровые бонусы. Телепорт. А, переместиться к выбранному сектору внутри этого района. Ничего себе какой... А здесь район-то большой. Теперь это, короче... Far Cry? Far Cry 2.5? Кстати, а Far Cry, наверное, позже вышел все-таки. Спасибо. Так, это у нас лодка. Причем с двумя пулеметами. Тревога! Приближается противник! Тревога! Так. Треугольники, это, я так понимаю, транспорт. Так, а это случаем не те самые растения? Живые, которые оттяпали руки? Не, что-то они как-то странно болтаются. Так, еще одна баги. И еще одна лодка. Да, две лодки, две баги. И что-то мне подсказывает, что если я их где-то брошу, то они там и останутся. Так, давайте посмотрим, что у нас тут... вот в этом сооружении... Внутрь можно заходить, отлично. Так. Тут что-то можно было взять. А, это дверь открыть можно было. Так, ну это что-то вроде казармы. Так, давайте посмотрим. А, через эту дверь нельзя выйти. Это типа черный вход. Так, ладно. Кстати, а к растениям можно подбегать и добавлять их в список? Нельзя. Странно. А, может быть... Подождите, это что у нас такое? А, это два пистолета. Я думал, это типа какой-нибудь сканер. На сканер просто похоже. Мы будем типа подбегать к каким-нибудь растениям и исследовать их с помощью сканера. Нет. Так, эта дверь не открывается. Ну ладно, давайте поговорим с нашим наставником, с нашим капитаном, или как они тут называются. О! Но для начала мы посмотрим, что находится в казармах. Мало ли, может тут какой-нибудь секрет есть. Решили на лестнице сэкономить. Так. Ну,
В принципе, игра выглядит неплохо графически. Так вот, я не знаю, блин, кто придумал разворот на 180... на 180 градусов сделать на правую клавишу мыши. Так, здесь, скорее всего, то же самое же. Да, тут, короче, этот, как сказать, геймдизайн Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, в принципе, здесь это можно объяснить тем, что это же военные, и у них тут все универсальное, они все вот эти контейнеры специально сделали, чтобы легко телепортироваться можно было. Так, ладно, пойдем. Там наш командир заждался нас. Так, это у нас... Кстати, надо этот в настройках управления поменять, сейчас посмотрим. Потому что поворот на 180 градусов с помощью мыши это как-то не очень. Бой. Перезарядка. Я не знаю, что такое. Все верно, следующее оружие. Колесик, в принципе, нормально. Первое, второе, третье, четвертое оружие нормально. Первое, второе, третье умение. Мне кажется, умение и виды оружия надо местами поменять. Первое оружие один. Да-да-да, я понял. Так. Два. Так, короче, тут посмотрел. В общем-то, смотрите, в чем прикол. Тут есть машина, катер, ездовые животные. Ездовые птицы, воздушная техника, действие, обзор. Ну, так, мало. Короче, здесь, во-первых, нет режима прицеливания, а во-вторых, мы будем по ходу... А во-вторых, по ходу мы будем летать и на вертолетах тоже. И не только на вертолетах, еще и на птицах. Но это уже в режиме аватара этот. Управляя аватаром. Мы сможем, наверное, на птицах и ездовых животных. Ты только что его убил? Спасибо. Это еще не все. Еще один солдат застрял на поле. Хватай багги и выручай его. Паренька зовут Далтон, и напуган он до усрачки. Что их спугнуло? Наверное, ты узнаешь. А вот и выясни. Наверное, ты узнаешь. Все-таки субтитры правильнее. Корректнее звучат. Так, ладно, погнали. Так себе управление, конечно, дверь успели открыть. Ну ладно, привыкну. Кстати, сканировать на... Ой. Мне тут надо было катер, короче, а не багги. Меня ранили. Помоги мне. Сейчас, спасемся. Тебе по ним. Да умри уже. Не сейчас. Прикройте меня, перезаряжаюсь. Перезаряжаюсь. Понял. Как они это перевели? Капец. Чёрт, стая! Получи! Так. Нам винтовка нужна. Так, вижу там что-то мерца. А мне как раз таки туда, скорее всего, и надо. Сигнал бедствия. Не отходи от нас! Я пытаюсь! Я хожу в укрытие! Понял! О, что такое? Они РДА. Обучение, спасатель. Соберите 10 образцов, чтобы получить спасатель. Если вы на пороге смерти, спасатели могут полностью исцелить вас. Отлично! Прикрывайте фланги! Еще один спасатель. Ну, это мы, короче, типа, собираем образцы вот этих вот зверей. Давай! Вперед, вперед! Давай, я прикрою! Причем они даются, наверное, за то, что я именно я, который... Это может пригодиться. Но они тут до бесконечности будут лезть, походу. Вижу, там! Не, не меня побежал. Себя зажать. Двигайтесь. Ну да, дается только за тех, которых прикрывайте я убью.
Походу кто-то у меня стилил. Кто стилил? Фраг. А, нет. Но я опыт какой-то зарабатываю, для чего, не знаю. А, на прокачку, скорее всего, мини. Раздавите этих щенков! Не забудь! Так, я скоро прокачаюсь. До второго уровня. Так, ну ладно, они тут бесконечно лезут, причем я 10 образцов собрать не смогу. Потому что образцы перестали выпадаться. Будем выполнять задания. Так. Это баги горит, оказывается. Я рад вас видеть. Кто это говорит? О, смотрите. Это значит, мы можем просто вот так вот бегать и, короче, все исследовать. Кактусы. Анализ. Ананасовое дерево. Интересно, а кости мы можем исследовать? Причем здесь инверсия? Вверх это вниз, а вниз это вверх. Не очень удобно. Так, умение, отлично. Так. F3 это вроде лечение. Так, я думал, на меня кактус напал. Это ананасовое дерево. А почему его назвали ананасовым деревом? Неужто в этой, на этой планете тоже ананасы растут? Интересно, а почему я могу сюда залезть? Может, тут секретка какая-то есть? Вряд ли, нет тут никакой секретки. Я сюда могу залезть только лишь потому, что просто... Ну, просто могу, короче, залезть и все. Так, уворачиваться от атак. Так, у меня 17 патронов, что ли, осталось? Так. Автосохранение, скорее всего, было сейчас. О, вот это вот что за штука такая громадная? Давайте ее исследуем. Тихо. О, вот это я понимаю. Анализ. Пупырь. Так, вот его нам надо спасти. Не, пистолеты бесполезны. Так, у этого оружия у нас дофига патронов, будем им этим оружием пользоваться. Это тяжелая винтовка, походу.
Так, что ты там хочешь? Мы нашли тебя. Там их полно. Попробуй оторваться. Ты должен помочь мне. Меня не покидает идея о сигналах. Командор Фалка определил приоритет задания как наивысший. Нужно выявить активность Нави или что-то в этом роде. Успокойся, что тебе нужно? Нужен сигнал. Я никогда этой хренью не занимался. Так, на базу вернуться сам сможешь? Я определю сигнал за тебя. Что, правда? Ты меня просто спасаешь, чувак. Тебе нужно 3 километра на северо-восток. Место там. Хорошо. Рокировка. Так, я получил новый уровень. Походу, сейчас мы что-то можем прокачать. О, новое оружие доступно и новые умения. Комплект солдат. Установить новые навыки можно в игровом меню. Оружие. Отлично. Винтовка Тьера. Штурмовая винтовка Тьера. Дробовик. Пулемет. Банишер. Блин, прикольно. Скорость атаки. Так, это дробовик. Давай банишера возьмем. Так, за место дробовика мы возьмем винтовку. Так, это тяжелая винтовка, хорошо. Так, у меня есть еще какие-то умения. Так, генетический регенератор, ультразвуковой репульсатор, элитная тренировка, цветовая маскировка. Репульсатор, не знаю, для чего он нужен. Так, ну... цветовая маскировка, так. Азетополе. Кратковременно снижает наносимый урон игрока. О, прикольно, танк. Причем, короче, умения даются за получение уровня, но их сами надо прокачивать. Ну, типа, чтобы их открыть там сколько-то определенное количество опыта. Нужно подать сигнал в деревне Нави. В штабе отследят этот сигнал. Типа, собрать. Нужно подать сигнал в деревне Нави. Так, ладно, это мы уже видели. Ладно. О, еще одна машина горит. Чего у вас тут всем везде машины горят? Так, ну мне придется пешком это ходить теперь. Я свою машину бросил где-то там далеко. Так, ладно, давайте на этом мы завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.